переходишь дорогу, посмотри под ноги. Сразу на нескольких пешеходных переходах Владимира появились предупреждающие надписи. Они призывают: возьми ребенка за руку, отвлекись от телефона, сними наушники. Очередные надписи общественники из молодежки ОНФ нанесли возле школ. Сегодня я первый раз держала в руках баллончик. Мы наносили надписи на нерегулируемый пешеходный переход, чтобы детки, когда пошли в школу, могли спокойно переходить дорогу. И также снимали наушники, отвлекались от телефонов и внимательнее смотрели на дорогу. Информационные надписи наносят на асфальт краской с помощью специальных трафаретов. Их общественники разработали самостоятельно. Переходы, где такие надписи особенно нужны, подсказали в госавтоинспекции. Перед 1 сентября выбрали участки около школ. В преддверии нового учебного года сотрудниками госавтоинспекции проведен анализ аварийности дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, в частности, переходивших проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам. То есть эти точки были наиболее аварийными. То есть в первую очередь предложили данной организации нанести эти информационные надписи вблизи данных образовательных учреждений. В этот раз надписи появились около 5 школ: 1, 16, 19, 25 и 1 лицея-интерната. Скоро надписей станет больше. Планируем в дальнейшем за август захотеть следующие школы. Это и Ковром, и также в районе Южного Дуброва. Дорожные полицейские и общественники надеются, что надписи смогут повлиять на юных и взрослых пешеходов. К примеру, если подросток смотрит в телефон и подходит к проезжей части, его взгляд опущен вниз. Значит, предупреждение обязательно попадется на глаза и, возможно, сохранит жизнь и здоровье. Маргарита Махрова, 6 канал.